Итак, всем огромный привет! Не знаю, что сегодня снимать, поэтому решила просто поделиться с вами рецептом сэндвича. На больше меня не хватает. У меня сейчас, знаете, какая-то просто ПМС-бесячка. Просто меня, знаете, разрывает какой-то нервяк. Глаза на слезе. Закипаю просто. Никто меня не обижал. Все в порядке, у меня все хорошо. Просто какая-то гормональная фигня. Вот так. Грустно, досадно, ну ладно, пойдемте приготовим миленький вкусненький сэндвич. Возьмете с собой на работу или ребеночку в школу положите, мужу, любимому человеку, девушке, парню. Пойдемте на кухню. Поехали! Начинка может быть абсолютно любой. Можете собрать ее из тех ингредиентов, которые есть в холодильнике. У меня это картофель отварной, отварные яйца. Огурцы предварительно посоленные, после того, как дадут сок, сок надо отжать. Обжаренная колбаска, если была бы какая-нибудь обычная, можно было бы и обычную использовать. Лук мелко нарезаем. Поливаем все майонезиком, добавляем майонезик в картошку и в яйца. В картофель также добавляем мелко нарезанный лук. Все смешали до однородной консистенции. Подготовили хлебушек. Обычный хлебушек. Если хочется хруста, то можно обжарить. И теперь приступаем к сборке сэндвича. Слой за слоем будем выкладывать начинку. Наверное, самая трудная задача в сборке этого сэндвича – это аккуратненько завернуть его в бумагу упаковочную. На первый взгляд все кажется достаточно простым, но если не иметь достаточной сноровки, то оборачивание сэндвича в бумагу может изрядно потрепать нервы. Хорошо делать его с вечера, потому что за ночь он как-то, знаете, настоится весь, напитается и невероятно-невероятно вкусным становится. Я люблю есть именно вот на следующий день после приготовления, а не день в день. В Корее такие сэндвичи являются популярной уличной едой. Удобная такая еда, еда на ходу, почему бы и нет. Также удобно взять с собой. Калорийность этого сэндвича достаточно высокая, поэтому можно наесться даже половинкой такого. Но мой муж очень любит покушать, но, несмотря на это, на завтрак он съедает только половину такого сэндвича. Что, конечно, странно. Покушать он очень любит, знаете. Но вот насыщается половиной, потому что действительно очень-очень калорийно. На пикник удобно взять такой сэндвич. Ну, конечно, не в самый жаркий день, когда он у вас по дороге скиснет, и потом у вас будет пищевое отравление. Итак, желаю вам удачи в этом непростом деле. Надеюсь, рецепт был полезен и интересен. Всем огромное спасибо за внимание. И пока-пока. Оставляю вас наедине с видео. Смотрите внимательно, запоминайте. Надеюсь, у всех, кто решит это повторить, у всех получится. Люблю, целую и пока-пока.